Если у одних казахстанцев есть надежда на спецкомиссию, то в Восточном Казахстане люди надеются только на авось. Хлипкий мостик длиной 150 метров отделяет жителей дачного сектора от Усть-Каменогорска. Люди, постоянно проживающие там уже несколько лет, просят власти построить полноценную дорогу. Ведь сейчас к своим домам им можно добраться только пешком. Скоро доезжает вот до сюда даже, элементарно взять. Они потом на руках бабушек носят, выносят. Мертвых. Уже мертвых. Уже не раз сам помогал вытаскивать на руках. Нам отписки делают, обещания, проекты предоставляют, на тендер выставляют неоднократно уже. А авось и ныне, как говорится, там. Мост сами своими силами ремонтируем. Собираем с людей целевой. Настил меняем уже не один раз, потому что акимат ничего для нас не делает. В дачном товариществе коммунальник, и без того проблем немало. Из колонок уходит вода, нет освещения улиц, но важнее всего сейчас дорога. За последние годы, по словам жителей, произошли 5 пожаров, в одном даже погибли люди. И тушить приходилось самим, ведь спецтехника сюда проехать не может. Местные дети ходят в школу полкилометра пешком по грязи, сугробам и в темноте, через тот самый хлипкий мостик. Жители говорят, что за последние 7 лет городской акимат выделил лишь 72 доски для ремонта моста, который чинили тоже сами жители. На сегодняшний день здесь проживает порядка 60 семей. Это зимний вариант домов. 60 домов для строительства автомобильного моста. Здесь в общей протяженностью примерно 300-400 метров. Это недостаточно, потому что строительство моста – это большие деньги.